Нам необходимо выбрать моего преемника. И он единственный, кого примет оппозиция. Он считается с мнением только одного человека, самого себя. Почему вы так настаиваете на Черчилле? Его репутация катастрофична. Позволим увидеть себя настоящего, совсем не тщеславного. Но непреклонно. И с чувством юмора. О-о-о. Ваше Величество. Мой долг – предложить вам занять пост премьер-министра Соединенного Королевства. Впервые я обращаюсь к вам как премьер-министр. Немцы взяли в кольцо 60 британских и французских дивизий. Западная Европа на грани краха. Счет идет на дни. Сколько они продержатся, если мы не придем на помощь? Пару дней. И только чудо поможет вытащить наших солдат. На твоих плечах все бремя мира. Нас ждет неминуемое поражение на суше. Полный разгром армии и неизбежное вторжение. Мы должны начать переговоры о мире. Когда вы наконец поймете, что невозможно договориться с тигром, если твоя голова у него в пасти? Вздор. Единственная опасность... Не перебивайте меня, когда я перебиваю вас! Нам предстоят долгие месяцы лишений и страданий. Многие древние и прославленные государства попали в тиски нацистского режима. Но мы будем защищать наш остров, какова бы ни была цена! Мы будем драться на море и на суше! Мы будем драться за каждую пять побережья! За каждое поле и каждый холм! Мы будем драться за каждую улицу городов и деревень! Мы никогда не сдадимся, ибо без победы нет жизни! «Темные времена». Смотрите в кинотеатрах.